В Мангыстауской области школьника, попавшего в больницу после прививки от кори, планируют отправить в столичный центр. Дополнительное обследование проведут для определения точных причин, повлиявших на здоровье ребенка. Сейчас состояние 10-летнего мальчика врачи называют стабильным. Однако после вакцинации у ребенка развилась эпилепсия. В региональном управлении здравоохранения сообщили, что он прошел месячный курс лечения, но жалобы на головные боли не прекращаются. К слову, в январе аналогичную прививку получили еще 36 детей, но с жалобами они не обращались. Данный инцидент является единичным за последние несколько лет в Мангистауской области. В ближайшее время был созван консилиум врачей, где было принято решение отправить ребенка на дообследование в город Астану, где будут приняты тактики лечения ребенка и узнать, что же именно вызвало такие вот последствия ребенка. До окончания обследования не стоит как-то связывать вакцинацию от кори с заболеванием ребенка.